Уважаемые подписчики, вот новая распаковка у нас. Новый товар, как говорится. Опа! Вот. Сейчас будем распаковывать его. Заодно посмотрим, в каком состоянии. Сейчас поставлю телефончик. Коробка запечатана, упакована. Опа. Ну вот, начинаем, как говорится, распаковывать. Я хочу распаковать аккуратно. Опа. Открываем. Достаем. Пульт, показываем пульт, инструкция пульта, дальше достаем сам. Такой вот аппарат. Довольно-таки тяжелый. Называется
Акмера АВР-6000. Ассоциируется он как ресивер для домашнего кинотеатра. Но единственный момент, то есть у него только аналоговые входы. То есть цифровых у него входов нет. Только аналоговые. Купил я его в городе Пенза. Доставка через ДЭК. Вот такой вот аппарат. Ну вот, теперь будем проверять и смотреть, насколько он, как он функционирует. Ну вот, на этом вроде бы пока все. Спасибо. Включу. Отпишусь, чего как, или сниму видео работоспособности его. Это вот у него сзади входы, вентилятор, блок питания довольно-таки здоровый. Вон он, сам он тяжеленький. Ну что же, пока вот на этом все. Закругляюсь. Спасибо за внимание. Распаковку сделали. Акмера АВР 6000.